И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Creativerse. И сегодня мы продолжим копаться в пещерах, создавать что-то новое. Так, не то нажал. Вот, и смотреть, что же я могу сделать еще. Так, мне нужна хилочка, Кади, а что ты даешь-то мне? Честно, я не понял, что ты мне даешь, зараза ты такая. Так, стоп. И Q. Так, здесь Potion мне надо найти. Окей. Potion. Так, мне надо еще цветочек. Так, на улице день. Да, я как бы не играл. Все это время я не играл. И вот как-то так вот. Так, цветочки вроде бы. Ой, грибочки вроде можно. Вроде бы можно просто так хавать. Вот, но я хочу повышенно сфарганить. О! То, что мне нужно. Ну-ка. И мосс. Вообще супер просто. Так, теперь мне надо на Q. Че? Color. Окей. Так. Нифига, тут сколько всего много нового. Крафт. Супер. Так, теперь я могу состряпать Advanced Heal. Advanced Heal, ну, тоже неплохо. Так. Ну, окей, давай здесь. Ого, сколько ты мне восполняешь? Неплохо. Так. Так, давай свиноту убивать. Убивать свиноту. Валить, мочить. Супер. Так, тайкол. Ага, вот так вот там. Грибочки. Ты прям вообще копеечки, да, восполняешь? А, ты постепенно восполняешь. Понятненько. Окей. Давай валить опять свиноту. Валить свиноту. Твой желтый свинья сдохни. Так. Угу. Take all. Супер. Так. С них падает нужный мне лут. Если не ошибаюсь. Продела веревочки. А, грибочки, короче, хаваешь, и ХП постоянно останавливается. Вот она, чё как. О, кристалл шарт. Тоже неплохо. Так. Лазеры. Мне нужен лазеры для шмоток. Кстати, надо посмотреть на каменный меч, что там требуется. Так. Ой-вей. Так. Что требуется на меч? На меч. Кью. Во, вспомнил, как это. Так, Wooden Stone. Ага, понятно. Там заморочка еще та получается. А здесь у нас тоже такая вполне нехилая заморочечка получается. Форж. Окей. Для этого мне нужно туда бежать. Процессор. Так, процессор. Это тоже, думаю, пригодится. Так, это тоже пригодится. Так, кстати, процессоров можно несколько ставить, что вполне себе неплохо. Так, дальше что мне нужно? Wooden Stone, это мало. Так, еще надо будет бедрока замоздрячить. Так, вот так вот. Так, и... Ну... Да я жрал, ёшкин кот. Окей, Google. Так, погнали. Дальше, короче... Ой, на кнопку случайно нажал. Тихо, самое главное.
Не. А, ну ладно, в воздухе висит. Так, мне нужен сейчас бедрок. Бедрок, бедрок, да. Бедрок. Собираем. Все, супер. Как вы видите, собирается все довольно-таки быстро. Так. Это на слаймстоун. Тоже пригодится. Для чего-нибудь. Ну, как минимум, я буду из этого всего базу делать. И то будет хорошо уже. Домик. Нормальный домик. С дверьми, с тамбуром на всякий случай. Вот. Так что, как говорится, если чему у меня раз и научил, то это тому, что надо делать тамбуры. Тамбуры — это такая хорошая штука, которая позволяет сэкономить много ресурсов. Так, давай вкапываемся вовнутрь. Еще немножечко. И уже попрем наверх. Так, здесь надо освещать. Так, почти угадал. Освещать, освещать, а мне освещать-то и нечем. Окей. Coal torch. Ага, у меня палочек нету, окей. Говорится, и на том хорошо. Так, вот этого мы убираем. Это вот оставим здесь и здесь, чтобы более равномерное освещение было. Так, ну и здесь давайте поставим, чтобы было реально более равномерное освещение. Так. Ну-ка, давай-ка. Сейчас я это все здесь немножко подровняю, чтобы было удобнее потом залазить. Вот. В Critiverse, наверное, буду немного играть. Здесь все-таки модов нету. Так сказать, узнаю, что да, когда, где. И как вариант, да, буду снова в Майнкрафт играть. Довольно-таки идея оказалась интересная для меня. А, сено, что ли, типа того. Так, ладно. Так, как collect all. Собираем все. Новый рецепт появился. Так, что мне нужно? Подожди, что это такое у меня здесь? А? Магнетит? Оу. Окей. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Что мне нужно? Так, мне надо в крафт зайти. И получаем Forge. Forge. Это у меня где-то здесь. Надо дерево. Надо дерево мутить, это 100%. Так, ее мы поставим, пожалуй, здесь. Супер. Это печушка. Печушка, которая будет пережаривать, допустим, вот этот магнетит. Магнетит ты будешь пережаривать? Ай! Не хочешь, но я фиг с тобой. Так, это топливо, инвентарь. Кошмар. Сейчас прям аж мне на зевоту сейчас проперло. Так. А мне, походу, пережаривать это ничего. Ладно, погнали. Тогда отсюда. Хочу пособирать сейчас дерево. Раз пошла такая пенка, то пойду дерево собирать. Причем назовем это дуб. Все-таки он выглядит как дуб. Я его буду называть дуб. То есть вот это дерево. Что-то там у нас на листьях, я не знаю, что там такое, там вот улей, мед, все дела, вообще супер, я хочу тебя убить. Я хочу тебя убить. Эй, ты что, даже вот в ответку ударять не собираешься? Ты настолько безобидный? Окей. Так, собираем все это дело. Так, ой, не та кнопка. Блин, тяжело в этих кнопках мне как бы понять, что да как мне нужно и так далее. Ну-ка, 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 не дотягивайся, ты фиг с тобой. Так, ладно, погнали собирать дерево. Дерева мне очень много нужно, так что
Будем его немножко собирать. Ну, для начала немножко. А дальше как попрет. Тикс. Немножко деревца я еще соберу. Вот, пожалуй, вот так вот. Вот так вот. Все это дело тоже соберу. По крайней мере, мне это все дело пригодится. Так. Учитывая, что это дерево очень даже сильно используется. Так, интересно, здесь есть какое-нибудь дальнобойное оружие, все дела? Ну, что-нибудь типа лука там. Надо будет глянуть. Так, еще немного осталось. Давай. Ну, Боленский еще здесь, а. Вот так. Последний кусочек. Там осталось то, что в воздухе. Его я пока что трогать не буду. Так, листочков там, цветочков там больше нету. Так, давайте-ка устроим экшен маленький со свинюшкой. Так. О, фу. Так. И хаваем грибочек. Так, это вот наша времяночка. Так, валить, 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 свалить свинью, валить, убей, убей свинью. Так, супер. Поушим. Да и немножко решил осмотреться. Ну, так, короче, здесь так себе территория. Деревьев маловато. И так далее. Так. Угу. А почему бы и не собрать, раз он такой маленький здесь растет? Вот, и я сейчас, знаете, так подумал, наверное, я все-таки буду делать сейчас домик лучше. Сейчас из камешков, как вариант, буду делать новый домик. Чтобы уже он хоть как-то выглядел более эстетично. Даже не в том плане, что эстетично, а в том плане, что... была бы не землянка, а уже нормальная изба. О, цветочек. Цветочек, это хорошо. Так, все собрать. А крышу сделаю из соломы. Да. Вот. Ну так, ради прикола. Ну, давай, 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 все собирайся, быстрее, 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 быстрее. Ох, погнали. Так, где моя вот эта вот халупа? Так, убираем всю эту гадость. Хотя, наверное, зря я это все убираю. Мне, по-моему, легче будет все это здесь замоздрячить. Ну, что такое? Так. Супер. Еще чуть-чуть, еще немного. И будет то, что нужно мне. Так. Кчик-кчик-кчик. Закончилось оно у меня. Зараза я такая. Ну и ладно. Ах, кстати, что, ладно-то. Давайте для эстетичности сделаем немножко. Вот так вот. Так, дальше, дальше, дальше. Что я могу из камня-то сделать? Слабо, слабо. Трок. Ничегошеньки нормального.
Так, ну ладно тогда. Так, мне нужен камень в инвентарь. Угу, стоун. Это что у нас? Это тоже стоун. Супер. Так, теперь... Делаем так. И... Вот так вот. Воу. Прям перед носом появился. Так, и здесь вот. Угу. Замечательно. Тейкс. Тейкс. Еще немножко осталось. Эй, а что ты не ставишься? Не понял. Ага. В общем, какой-то был лаг, глюк и так далее. Так. Сразу же надо оградить свой домик так, чтобы на него не смогли забраться. Ё-просота. Ё-просота, что творю. Чутка был маленький пролаг, и уже сами видели, что намоздрячилось. Я, наверное, с следующего выпуска уже буду музычку свою включать, потому что от игры музычку здесь... Точнее, на музычку от игры сильно рассчитывать не стоит. Какая-то она не очень, я бы так сказал. Так, ну, в целом, неплохо. Так, торчики, торчики, торчики. Так, так, так. У меня один факел остался. И будем мастерить уже из угля. Так, из угля, да? Из угля, это мне надо сюда. Так. Лампа. Какие там стекло нужно? Стекло. Стекло — это дело десятое. Так, где у меня торчики? Вот они, торчики. Торчики. И, конечно, от этих-то освещений намного больше. Так что поставим их сюда. И чтобы всякая нежить не появилась. Но здесь-то, я думаю, не появится. А вот здесь-то эта штука не помешает. Замечательно. Так, ну и, знаете, на всякий случай я все-таки запечатаю немножко все это дело. Запечатаю стоуном. Так, запечатал. И вот так вот. Ну и пойдемте в пещерку покопаемся, почему бы и нет. Да. Сказать лишним, блин, прям сквозь текстуру проваливаться, то, что это просто меня радует, в кавычках. Так, стоять, а мне же процессоры нужны были. Процессоры, надо, чтобы копать. Ой, экстракторы. Экстракторы. Так, экстракторы. Для этого мне нужны слэбы. Ну, супер. Обратно наверх. Прыгай. Быстрей! Давай! Так, слабо. Слабо, слабо, слабо. Вот он, слабо. 83? Ну, я нахапал, так нахапал. Да уж. Так, вот он, слабо. Я вообще-то не с этого хотел делать. Вот так вот, супер. Так, ой, не бедроковый, мне нужен стоун. Стоун. Так, ну ладно, пока пускай все это готовится, а я пока что попру, так, вот сюда, попру дальше добывать.
А вось уголь найду. Так, ну и, конечно же, мне надо на раскладочку ставить торчики. Теперь уже угольные. Вот такие. А вот на уголь сразу. Не, ну угольные, конечно, это да, нифига себе освещает. Прям, блин, все, перехожу на них. Это офигеть. Конечно, да, уголь жрут и все дела. Ну, как вы видите, уголечек-то у меня здесь прям под боком. Одна штучка хотя бы и на том хорошо. Так, для этого мне нужен будет экстрактор. Ну, для экстрактора у меня там еще пока что все добывается. Так что, в общем, в целом, не зря я решил покопаться. Получается, здесь три глыбы угля, назовем это так, да. Три глыбы угля тут, поэтому... В одной точке, в смысле. Поэтому, как бы, да, был смысл здесь покопаться еще разочек. Погнали. Копаться вглубь, копаться дальше. Я вот что еще найду. Это такие самописные будут данжи у вас, пещеры. Вот. И светло как днем. Ну, блин, супер, реально хорошие факела. Угольные вот эти вот. Блин, а мне показалось уже уголь. День не прогрузился и все. Освещение, глюки с освещением. В майне они постоянно. Здесь они постоянно. Окей. Сделаем так, чтобы освещенница была. Хотя бы немножко. Так, замечательно. Я даже не знаю, где копаться, где что вообще пытаться добыть. Одно я точно знаю, что нужно копаться вниз, тут без вариантов, потому что там есть какие-то даже пещеры подземные, в которых обитают монстры, которых мне стоит завалить. Так. Тикс. Ну, замечательно. В целом неплохо. Сейчас пойдем экстрактор достанем, короче, ну все нафиг. Надо экстрактор доставать, добывать уголь и делать нормальные факела. Кстати, факела-то, у меня же на них все есть. Точнее, для них. Ну, давай, собирайся. Так, Q, экстрактор. 4 штуки вполне достаточно, и вот эта вот штука у меня все же для них есть. Супер. Так, вот это все скидываем нафиг отсюда. Так, это оставляем слабо столом. Так, это что это у меня? Фигня, короче. И факела берем в руки. Супер. Супер, я уже привыкаю к управлению в них. Понемногу. Сейчас как опять перепрыгну на раз, и все, короче, опять отвыкну от управления, все дела. Тикс. О, это что, Костя? О, реально Костя. Офигеть, я нашел Костя. Я выкопал динозавра. О, магнетит, он просто так добывается. Супер, я не знаю для чего он, конечно, но то, что он просто так добывается, это, конечно, хорошо. О, меньше заморочек с экстрактором и меньше траты ресурсов. Ой. Так, мне нужны какие-то блоки все-таки здесь оставить. И Грантстоун будет. Так.
А, стоять. Я ж там еще не все добыл. Окей. Добываем дальше. Ну-ка, факелочек. А, кстати, реально на скелет динозавр было похоже. Там прям ух. Мне даже прикольнуло. Что-то все глубже, глубже опускаюсь, а то куда-то того никакого. Я даже не знаю, на какой я глубине. Но одно я точно знаю, мне надо сгонять за песком. А для этого мне нужен день. Так, так не проскакивает. Фиговенько. О, кстати, у меня же есть теперь экстрактор. Так, ну, супер. Как говорится, и на том хорошо. Пойдемте песочек добудем. Уже рассвет. Уже светает. Погнали отсюда. А мне сейчас надо сгонять на пляж. Йо, перный театр, а что ж туда, темно-то? Честно, я не хочу туда идти, но... Ой-ой. Я там вижу монстра. Не, я не хочу туда идти, я лучше в следующий раз схожу к нему. Ну нафиг. Чем меня грохнет, и все, будет жопа полная. Так, песок, 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 песок в пустыне, если я правильно помню. Бывает, да, здесь одна сплошная земля в воде. Песок в пустыне. Чтобы найти пустыню, нужна карта. Карта, карта, карта. Тундра. А где песок найти? Вообще без понятия. Окей, погнали искать дальше. Посмотрим, найду я песок или не найду. Прыгай, 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 прыгай. Ёкарный бабай. Так, ну озеро-то большое я вижу. Грибочки соберем. Пригодятся. Так, озеро большое вижу. Давайте сгоняем туда, посмотрим, что там. Так, стоять. Я сейчас в тундру иду. Нет, я сейчас... Ага, мне через нее надо пройти. Окей. Так. Грибочки. Надо собирать все грибочки. Мои грибы. Так, погнали, погнали, погнали. Пока можно грибочек захавать. Пролаги, прогрузка мира, и я вижу песок. Все правильно, я бежал, значит. Так, супер. Ракушки, блин. Окей, ракушки, так ракушки. Так, для чего же мне нужен песок? Я думаю, из него точно так же будет изготавливаться стекло. Стекло мне будет очень-очень-очень нужно. Так что песочек сейчас собираем немножко побольше.
Я думаю, уже время-то выходит, поэтому я думаю, уже стоит на этом заканчивать. Я сейчас добуду уже до конца песочек и вернусь уже на базу. Ну а я с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и делитесь моими видео со своими друзьями. Всем удачи и всем пока!